На улице сыро и холодно, и настроения никакого. А тут раз и вручают тебе подарок. А за что? А просто так. Спасибо большое. Ну, вернее, не совсем просто так. У этой приятной акции все-таки есть повод. Месяц рождения пророка Мухаммада, мир ему. В его честь активисты Национального объединения узбекской молодежи «Туран» при поддержке Духовного управления мусульман Саратовской области устроили массовую раздачу фиников и сладостей. Очень такой особый месяц сейчас. Это самый удобный случай для мусульман, чтобы обратиться людям добрыми делами. Главное сейчас, что хочется людям, что нам не хватает нашей социальной жизни, это, скорее всего, тепла, радости, вот, частички вот, добра. Вот этим хотели мы сегодня поделиться. Пророк говорил, лучший из вас тот, кто наиболее полезен людям. Поэтому, следуя его завету, активисты за свой счет купили 400 упаковок фиников, чтобы раздать их саратовцам на проспекте Кирова. Это было необычно, тем более Мухаммед, это как бы, наверное, не христианский герой, да, а, наверное, из мусульманской какой-то, ну, мифологии. Вот. Но было очень приятно получить. Вот, я так думаю, что Мухаммед был очень почитаемый человек, наверное, да, известный. Все верующие люди, это вот, если истинно верующие, они отличаются совсем от таких вот, которые там, вот, я православный, а сами делают там, как язычники. А если вот я общался и с верующими мусульманами, если он верующий истинно, то это действительно человек верующий, он все делает поистине и это, по правде. Кстати, финики – это не только вкусно, но и полезно. Об их способности положительно влиять на пищеварительную и сердечно-сосудистую систему было известно еще много веков назад. Так что горожанам такие акции определенно на пользу. Расим Заитов, Юлия Цветкова, Рануш Аваян. Специально для Нур-ТВ.